1 ноября в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ открыла свои двери международная научно-практическая конференция «Татарское языкознание в контексте евразийской гуманитарной науки». Конференция приурочена к юбилейным датам известных языковедов, которые основали новые научные школы в татарском языкознании. Проблематика докладов затронула актуальные вопросы татарского языкознания. Участники обменялись современной научной информацией и обсудили проблемы изучения лингвистики в контексте современной гуманитарной науки. Планируется, что результаты конференции найдут практическое применение в разработке новых методологических аспектов татарского языкознания и совершенствовании системы отбора талантливой молодежи для дальнейшего привлечения в научно-исследовательскую деятельность. В рамках конференции мы планируем обсудить актуальные проблемы татарского языкознания. Мы привлекаем молодых исследователей. На нашей конференции отдельные секции. Секции работают, где участвуют только молодые исследователи. Это аспиранты, магистры, студенты.